предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании. Российская молодежь уже доказывает свое лидерство и в науке, и в других сферах. Ежегодно на территории России диагностируется более 500 000 пациентов с первичным злокачественным опухолью. На учете онкологической службы состоят 3,5 миллиона пациентов. С 5 по 8 июля Петербургский онкологический форум станет площадкой для обсуждения передовых отечественных и зарубежных исследований. Для молодых докторов важнейшим мероприятием в рамках форума станет конференция молодых ученых. В этом году на форуме будут освещены достижения генных и клеточных технологий. Особое внимание будет уделено терапии КАР-Т и НК. Коллеги, ждем вас на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи-2018».